Мы с вами не любим некрасивые логотипы. Мы дизайнеры, мы вообще любим все красивое. И я думаю, никто не поспорит, что вот это вот ужасно. Это я просто взял в подъезде, газетки разносят, отсканировал, чтобы вам показать. Ужасный логотип. Вот нужно прийти туда и сказать, давайте вам перерисуем логотип, чтобы нормальный был. А тут вот прекрасный логотип. И как бы никаких вопросов нет, я думаю. И мы понимаем, где окна, да, и где BMW. Но по факту, настолько ли важен этот логотип? Что-то изменилось? Окна не стали круче, а BMW не стал, автомобили BMW не стали хуже. Вообще ничего не изменилось. Важно все-таки продукт и коммуникация. Логотип не имеет никакого отношения. Когда мы общаемся с клиентами перед тем, как приступить к работе, мы спрашиваем, ну какие вам нравятся бренды, какие вам нравятся логотипы. И 97% наших клиентов всегда в этой графе отвечают, нам нравится логотип Mercedes и Apple. Поэтому я делаю вывод, что это лучшие логотипы в мире, потому что в брифе всегда написано, мы Apple среди микрозаймов, а мы Mercedes в ритуальных услугах. И ты это читаешь и думаешь, да блин, почему тогда мы видим такие логотипы в жизни, когда ты Apple,